Всем привет! Сегодня сделаем лягушку. Ее сделать легко, но чтобы приручить, нужно потренироваться. Давайте посмотрим, что она умеет. Комбинируя клавиши назад-вперед, можно передвигаться небольшими прыжками. Включая и выключая магнит, лягушка прыгает. Иногда она может прыгать очень высоко. Вот один из подписчиков, он радуется нашей встрече. Конечно же, я дал ему покататься на лягушке. Если вам нравятся мои механизмы, поставьте лайк прямо сейчас. И подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Пишите комментарии, я постараюсь на них ответить. Время на туториала. Сначала нам нужно в небе построить платформу из блоков керамики. Высота этой платформы 1,5 блока, длина 2 блока, а ширина 3 блока. Ключики устанавливаем в настройки, шаг перемещения на 0.5 и вращение 15 градусов. Обязательно используйте те блоки, которые я использую. Там я использую керамику, здесь железо. Это обязательно. Когда я масштабирую и вам что-то непонятно, обращайте внимание вот сюда. Там показывается то, как я масштабирую. Нельзя, чтобы магнит касался керамики. Делаем противовес и скрываем его. Теперь сохраняем и заново загружаем. Заново загрузить надо, чтобы голова не улетела, как в моем случае.
Для того, чтобы лягушка прыгала, нужно включить магнит, а потом выключить. Долго не держите магнит, а то она улетит. Если чередовать клавиши назад-вперед, то можно передвигаться. Железо можно покрыть пластиком и перекрасить, как вам нравится. Мне декор помог сделать мой подписчик, а вы можете сами украсить лягушку так, как вам нравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!